Всем всем привет! Мы продолжаем работать на кладбище, поэтому старайтесь поудобнее. Приятного всем просмотра, аппетита или спокойной ночи. Не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям. Заходите на мой Facebook, Instagram. Ну и мы начинаем. Прошлая серия у нас вышла довольно-таки долгой, но сегодня мы займемся саморазвитием и наконец-то что-то сделаем. Отлично. С нашим кладбищем. Вот я даже как сказал бы. С нашим кладбищем. Ну, для начала, да, пусть готовится мясо. А мы будем развивать. Вот что. Вот что. Будем мы развивать анатомию и алхимию. Мягкие запчасти открываем. И открываем твердый запчасти. Череп, кость, кожа. И у нас не хватает мясник. Ты знаешь, как работать с мясом? Шанс, что извлекая органы, что-то пойдет не так, сильно уменьшится. Но у нас нету синенькой штучки. А так мы теперь твердые запчасти сможем извлекать. Кость. И... Так, а что создается на препарационный стол и препарационный стол 2. Замечательно. А здесь еще важные части мы можем вытащить. Мозг, сердце, кишки. Все, мы с саморазвитием занялись. На все остальное у нас просто тупо ничего нету. С едой пока ничего не хочу. Песок, примитивная металлообработка, примитивная ковка. Кстати сказать, вот это нам очень нужно будет. Гвозди, простые железные детали. Деревянная наковальня. Песок. Это нам сейчас совершенно не нужно. Распил. Заготовка дров. Что нам дает? Место для рубки, дрова, деревянные клинья. Отлично. Ну и по факту все. Кулинария у нас. А здесь мы ничего не можем развивать. О! Бортничество у нас как раз есть. Что он дает? Мед и пчелиный воск. Давайте откроем. Написание книг. Ничего нету здесь. Ну, а здесь мы пока что остановимся. Хорошо. Замечательно. Она еще готовится, да? Угу. Пойдемте дальше. Что нам нужно создать? Строим. Нам нужно сначала создать козлы, я так понимаю, да? Где мы это будем? Где у нас будет чистая обработка дерева? Ну вот давайте вот здесь вот и начнем. Погнали. Будет обработка дерева. Отлично, создать. Что мы? Нам нужна доска. Деревянные таблички. Ну нет, оно... Мы для могил кое-что другое будем. Давайте 6 из 6. Замечательно, замечательно. Все, отлично. Это мы сделали. О, я все дрова израсходовал. Ох-ох-ох-ох-ох. Это плохо. А что, это я не могу рубить? Ну, пойдемте. Давайте я сейчас поколю дрова. И к вам вернусь. Так, друзья, я тут что-то интересное нашел, пока рубил дрова. Ну, в принципе, с дровами все. Здесь на меня напала зеленая жижа. Вот это мы можем порубить, конечно. Я вам хочу зеленую жижу показать. А где-то ее... Вот где... Откуда он взялся? О, куда я вообще иду? Ну... Ладно, одну зеленую жижу я убил.
И с нее мне дали вот это вот зеленое желе. Угу. Оно нам по заданию в любом случае нужно будет. Ну хорошо, в принципе. Можно последнее деревце срубить. И будем заниматься именно тем, что я планировал. А именно будем сейчас делать надгробие. Пошлите, все, хватит. На сегодня хватит. Рубки дров. Это все, конечно... О, стой. Это все, конечно, круто. Но нам нужно кое-что другое сделать. Строй. Что, если склад бревен нам пока не нужен? Ящик, плавильная печь. Это все, конечно, круто. Каменотесная мастерская. Мы ее будем вот здесь вот сделаем. Погнали. Вот так вот. Ой-ой-ой, трупик. Ну, сейчас посмотрим. Прям интересно. Грибочки. Ой, грибочки надо собрать. Погнали. Побежали. Войти. Что мы можем сделать? Что на что дает? Нет. Давайте мы сначала что сделаем? Давайте мозг извлечем. А мне не показывается плюс-минус кишки. Ужас. Ну давайте мясо, хорошо. Да вот это мне не очень нравится. У меня что, рюкзак полный? Да. У меня полный рюкзак. Обалдеть. Так, что мы можем извлечь? Это что, жир? Извлекаем. Так, хорошо, теперь можно покушать. Дальше. Сердце. Угу. Значит, просто скушаем ее в больших количествах. И смотрим, что... Нет, стоп, череп в последнюю очередь. Кожа. Ошибка хирурга. А у меня опять все закончилось. Тогда едим мясо. И извлекаем кости. Я не знаю, для чего все это мне нужно будет. И извлекаем череп. Забрать тело. А что оно мне показало? Подождите-ка. Наверное, что-то хреновенькое у меня вышло. Зря, наверное, так много всего из него извлекал. Но мне 4 ошибки хирурга в итоге получилось. Ой-ой-ой. Ну, а если что, потом это тело можем и выкинуть. В принципе. Вот сюда мы его и похороним. Видите, у меня минус 25. Обалдеть. Минус 2, минус 4. Обалдеть. Как же хреново. Ну ладно, нам нужно выспаться. И заняться тем делом, который я изначально планировал.
А у меня еще и... Да. Там много чего надо забрать еще оттуда. Но грибочки, где грибочки? Грибочки я соберу. Не хватает энергии, ну давайте покушаем. Давайте покушаем. Все, больше нигде грибочков нету. Так, хорошо. А что нам здесь надо сделать? Создать. Нам нужно вот это вот создать. Ну, я хочу по максимуму, на самом деле. Все, пойдемте спать. Но для начала поставим грибочки готовить. Готовить. Грибы. А, не хватает. Так, топим. И теперь готовим. Пусть готовится. Сюда мы сразу выбросим. А мне мяса, наверное, нету, да? Воды. Тут много мне чего нету. Ну все. Все, спать. Спать. Конечно, с последним прям жесть получилась. Я пытался много чего из него вытащить. Но я ушел прям в минус 4. А синие очки, которых у меня нету, это духовность. Вот сейчас вам покажу. Синие шарики отражают духовное познание о нематериальном мире. Это то есть нам надо вести служение в нашей церкви. Но. Что у нас по времени? О, времени у нас еще много. Чтобы это сделать, нам надо выполнить задание плюс 5, чтобы... Да ну вы прикалываетесь. Вот это прямо сейчас не вовремя. Так, друзья, мы сейчас посмотрим. Ой, сколько тут всего много. Аутопсия. Ну, во-первых, давайте... Нет. Ага. Извлечь мясо, да. Что можно еще извлечь? Давайте жир. И все. Отлично, отлично. Забираем тело. Это, по-моему, в ноль должен выйти. Но тот, конечно, который минус 4, это просто. Минус 29, мое кладбище. Ну что ж это такое? Выбирай место. Да давайте вот сюда вниз. Все, отлично. Пошли и похороню тебя. Так. Минус 2 пока. О, плюс 2. Мы вышли вот здесь, мы вышли в ноль наконец-то. Это раз. Все, уходим. Так у меня еще и энергии не осталось. Ой-ой-ой, какой ужас, какой трэш. Надо что-то подумать с моими запасами. Эти жуткие запасы я, наверное, отправлю. Я бревна, наверное, выложу. Не-не-не, не висит. Смотрите, я, наверное, бревна сейчас вот сюда выложу. Оно что, для бревен идет, по факту.
А то что на и камень вот сюда я выложу. И сейчас посмотрим, можем мы дальше это делать или нет. Это что такое? Железная руда. Тоже сюда. Так, отлично. Это что за набор для починки камня? Сюда переносим. Хорошо. Всякие страшные вещи я вот сюда отнесу. Все, что для алхимии получается. Цветок сюда. Жир. Кишки и мозг. А у меня по запасам, ну, в принципе, все вот здесь. Подосвободились. Замечательно. Сейчас по... А нет, подождите. У нас еще есть возможность. И мы как раз посмотрим. Можно тут... Будет она идти. Все. Энергии не хватает. Пойдемте спать. В этой серии мы прям очень много спим, друзья. Спать. Прям очень-очень-очень много спим. Много спим и мало, в принципе, проходим по самому заданию. Хорошо, что отлично выспался, но у нас здесь развитие, развитие, развитие. Нам нужно основную задачу с кладбищем решить на самом-то деле. Как много энергии тратится. Все. Спать. И в конце серии надо будет не забыть нам еще подпрокачать свои навыки, потому что за счет того, что мы столько сегодня много делаем, именно руками, физически, много очков поприлетело. Это очень круто, это очень классно, но очков духовности не хватает. Вот что печалит меня. Много тебя осталось здесь? 9. Много. Но зато мы кладбище сделаем. Попробуем сделать в ноль. Ого. А здесь что? Плюс 2 к могиле идет. Но с некоторой у нас прям ничего хорошего не получится. Опять спать. Ну, это вот такая вот... Ну, чуть-чуть, кстати, вы заметили, что игра немного бывает подвисает. Все, пойдемте на кладбище. Раз у меня место забито. Грибочки подросли? Да нет, не подросли, жаль. Так, мое кладбище. Я иду тебя реконструировать. Ой-ой-ой. Давайте начнем с тех, которые минус один. В плюс вышел. Нужна ограда. Ограды у меня нет. Ага, здесь починить надо. А можно я ее уберу вообще? А вообще я могу починить. Интересно. Набор сейчас возьмем и починим туда. Ох-ох-ох, работы много у нас. А что с верхней могилкой? Деревянный крест убрать. Каменная ограда. Ее надо починить. Угу. Убрать.
такая надгробие. Ну, в общем, сейчас я все сделаю и к вам вернусь, чтобы не тратить. Ну что, друзья, я сейчас сплю. Оставшись сейчас надгробие я отправлю. Единственное, что я пока не понял, где мне делать градки, ограждения. Но давайте мы сначала еще себя подпрокачаем. Металлообработка. Продвинутая ковка. Что он дает? Наковальня. Сложные железные детали, железная стамеска. И инструменты. Лопата, кирка, топор. Отлично. На оставшиеся там посмотрим уже в конце серии, что мы можем сделать. Ну все, все. Давай последние два. Ну а это что? А как это мне вообще выскочило? Зачем она мне нужна? Не знаю. Все. Уходим. Это мы сделали задачу. Свою выполнили. О, грибочки! Грибочки нужны. Грибочки важны. Тел 0-1. Так, еще вот он, я забыл про эти грибочки. Забираем. Ну, тяжело, тяжело идти, а что делать? Нам, в принципе, не так уж и много осталось. А, я забыл кое-что. Каменный крест. А это починить. А что каменный крест дает? Сколько он дает? 0 из 3. О-о-о. Значит, хорошо. Все, что я доделал. Ой-ой-ой. Все, что я сделал, я сейчас перенесу сюда. Как раз освободимся. От. Вот этого всего. Угу. Пойдем заберем набор для починки. Инструментов. А у меня кладбище уже минус 4. Обалдеть. А ну я буду его в плюс делать, обязательно в плюс. Ну вот что-то притормаживает, посмотрите, как жуть. Все предметы я потом оставлю. А мне вот здесь что нужно забрать? Набор для починки дерева, вот этот набор полностью заберем. Все, погнали. Мое кладбище становится лучше. И мы сегодня сделаем нашу задачу, выведем в плюс, я надеюсь. Сейчас пока минус 4. Нет, давайте вот кресты, они, я так понимаю. Чиним надгробие. Был минус 2. Плюс 1. Отлично. Какая красота получается. А здесь у нас что? А вот здесь деревянный крест. Убрать. А подождите, а здесь мы можем починить оградку? Давайте починим. Плюс 2. Отлично. Мы в плюс уже вышли. Вот это мы заберем в количестве одной штуки. Надгробие такое делаем. Починить оградку. О, плюс 5. Плюс 5. Ой, как замечательно. А здесь, да, чинить. У меня этих наборов, к сожалению, нет. Но у меня кончились наборы для починки. Сейчас мы выложим все, что касается кладбища, здесь. То есть крест, по факту. Все. По времени у нас просто замечательно сегодня. А что здесь что-то появилось? Королевский почтовый ящик возобновит свою работу после открытия церкви. Угу. Главную и очень большую задачу мы с вами сделали. Мы доотремонтировали. Вот он, труп везет.
Погнали. Почти отремонтировали. Я думаю, в этой серии сейчас дофармлю. Ну что, в первую очередь мясо. Давайте извлечем. Ну да, будем кушать. Что делать? Смотрим мясо. Ну что можно же? Давайте кожу извлечем. Ага, плохо дело. Плохо дело, ну ладно. А у меня сил сейчас уже не осталось. Ну тогда поедим. В принципе, можно грибочков съесть. Много добавляют грибочки. Чем мы одним мясом питаемся? Ну его здесь пока оставлю. И посмотрим, могу я как-то вот в этом углу что-то сделать. Ничего не могу сделать, да? Ну ничего, и здесь я ничего не могу. Тогда давайте в нижнюю. Мы еще клумбы можем делать. Ой, как много всего интересного здесь можно сделать. Для клумб надо посмотреть. А, у меня нету торфа. Да, торфа нету. Хороним. Видите, упало минус 3. В 3. Дали похоронный сертификат. Как удобно. Сделали, здесь оставили, принесли, похоронили, сразу же достали, поставили. Очень-очень прям удобно. Вернули в плюс в 5. Угу. Ну хорошо. Сейчас я доразберусь и к вам вернусь уже на завершающий этап. Ну что, друзья, давайте мы создадим сейчас деревянную наковальню. У нас все, что с деревом связано, вот здесь, получается, находится. Ну, прям рядышком. Почему бы нет? И... Да, и сейчас еще кое-что покажу. Что мы еще создадим. Что мы можем здесь создать? Гвозди. Простые железные детали. Топор, лопату, кирку. Ух ты, замечательно. Создать. Нам нужен чурбан. И нам теперь надо ждать священника. Мы, наверное, это сделаем в следующей уже серии. Да, в следующей серии. Последнее, что мы на сегодня я хотел сделать. Деревянную наковальню мы создали. Место для рубки. Посмотрим, что оно из себя представляет. В общем, мне надо рубить, рубить и рубить. А потом придет священник. Он может создать дрова, деревянные клинья. Дрова, дрова, дрова. Ага. Нет, это мы что создаем? Чурбан. Чурбан. Деревянный крест, деревянная табличка, деревянная ограда. В принципе, мы можем пока создавать деревянные ограды. Что нам нужно, чтобы починить здесь? А ничего не нужно. Чистая вода. Ух ты. Ой, круто. Ой, круто как. Блин, я хотел на следующую серию оставить. А не знаю, получится или нет. В общем, ладно. Единственное, что мне интересно, что нам дает чистая вода. Вода плюс 20. Угу. Теперь мы можем что-то приготовить. Тесто, например. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, что мы сделаем так. Мы ляжем спать. А в следующей серии, я надеюсь, мы попадем в церковь. Я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, рекомендовать друзьям. До новых встреч и всем пока-пока.